Здесь у нас находится цех. Как вы видите, это вот именно завод, да? Прямо сейчас за моей спиной находится 6 артистов музыкального театра «Алтая». Вы спросите, что они здесь делают? Они готовятся к новому спектаклю, который называется «Шоу начинается». Дело в том, что они играют мужчин, которые потеряли работу на заводе. И сейчас они почувствуют, как это вообще работать на заводе. С артистами на завод пришла и творческая атмосфера. Труппе показали, как собранные фотосепараторы поют перед началом работы. Так они прочищают форсунки. Запрограммировать можно любую мелодию. Здесь делают фотосепараторы. Это вот такие машинки, которые сортируют сыпучие продукты по цвету. Таким образом, гораздо проще рассортировать какие-то крупы, орехи или даже грибы. Спектакль о том, как люди, потеряв работу на любимом заводе, в поисках денег, решаются на некую авантюру, пробуют себя в шоу-бизнесе. Актерам-исполнителям главных ролей дали возможность проникнуться романтикой завода. Для них провели экскурсию и рассказали, как проходят будни обычных рабочих. Можете делать вид, что крутите, можете покрутить. Главное, сильно не испортить. Да? Хорошо. Так. Ну, сейчас я перчаточки принесу, товарищ. Прямо сейчас мы перешли к самой интересной части нашей экскурсии. Артистам дают задание. Каждый делает какую-то определенную часть технического процесса. Виталий, что делаете вы? Я собираю деталь. Для начала нужно ее прочистить основательно от пыли, чтобы не возникло никакого брака у нас. И по указаниям мастера мы должны собрать вот такую вот простую для артистов вещи. Вы знаете, для чего она нужна? Нет. Задание – это сборка вибропитателя. Ну, такое маленькое сердце с фотосепаратора, которому он подает продукт. Вот собирают один корпус. На семи он делает катушки. Это крышки катушки. Верните людям честный труд. Всю жизнь работает. Клубился дым, и вот без тела мы сидим. Артисты музыкального театра специально для нас разыгрывают сцену из спектакля. Шоу начинается. Премьера состоится 15 марта. Сейчас артисты вживаются в роли и совсем скоро покажут нам, как у них это получилось. Дарья Демилер, Николай Шелко. Наши новости.